У Главного управления МЧС России по Ивановской области новый начальник – 46-летний полковник Виктор Минайлов. Он сменил на посту предыдущего руководителя, который вышел на пенсию. До назначения в Иваново Виктор Минайлов работал в МЧС России по Мурманской области. Первым пожать руку новому руководителю Главного управления решил губернатор региона. Он спросил Виктора Минайлова о планах на работу. Затем с начальником могли познакомиться и подчиненные. Полковник заявил, что не будет отступать от общероссийских заветов МЧС. И главное для него – спасение, предотвращение, помощь. Ивановцы должны чувствовать себя в безопасности и днем, и ночью, в любой сезон года.